Мини-обзорчик газонокосилочки немецкого производства AS Motor AS510 Pro Clip. Значит, эта моделька относится к профессиональному коммунальному классу. Это мульчирующая газонокосилка. Она идет без травосборника. Значит, спереди у нас здесь идут тонкие колеса, чтобы не заминалась трава. Задние идут увеличенные с большим протектором. Она самоходная, очень устойчива, хорошая у нее тяга. Сбоку у нас идет регулировка высоты кошения. Она подпружинена, 6 положений, одной рукой спокойно регулируем. Двигатель у нас Бриксовский 850. Это максимальный двигатель, который ставят на самые мощные газонокосилки с одним ножом. Ставят их на профессиональные, на коммунальные модели. Значит, здесь у нас два рычага, верхний нож, нижний рычаг привод ножа. Значит, скорость у нас вариатор регулируется под себя, под оператора можно плавно подстроить. Хочу отметить, очень удобная регулировка высоты ручки под любого, так сказать, оператора. Плавная, может под себя настроить, не так как в других моделях или одно, два, три положения. Удобно при транспортировке, при хранении. Вот так вот зажимается. Так компактно. При транспортировке ее можно перевозить. Значит, но главное в этой модели это идет вот этот вот нож. Мульчирующий. Большой, мощный, надежный. Все закрыто здесь металлической накладкой. Главная особенность этой мульчирующей газонокосилки по сравнению с другими и качество ее работы, то что здесь идет большой, хороший, мощный нож и большая высота деки. Вот эта дека по сравнению с другими газонокосилками, она увеличена, больше размер, за счет этого высота больше этой деки, за счет этого трава большее время находится в области газонокосилки и измельчается ножом до состояния каши-пюре. И средней частью вдавливается обратно в газон, как удобрение, перегнивает. То есть эта газонокосилка у нас идет мульчирующая. Основные ее потребители — это коммунальные службы, а также ландшафтники. То есть много объектов там, где газон, так сказать, не идеальный, не эстетический, просто их надо стричь. И вот этот вариант идеально для этого подходит. Не надо заморачиваться потом, куда девать обрезки травы. Вот. Она спокойно перемалывает их до состояния каши-пюре. Они практически незаметны, если только высокая трава, то в несколько заходов приходится стричь. А так не заморачивайтесь, куда эту траву потом девать. Плюс дополнительно эта трава потом перегнивает, как удобрение, подпитывает газон. Он у нас более насыщенный становится. Значит, моделька эта стоит в зависимости от двигателя. Двигатели здесь могут быть или четырехтактный Бриксовский, или двухтактный АС-моторовский, фирменный. Эта косилка вообще всеядная, она и по ровной поверхности, и на склонах может, так как двухтактный двигатель, она не боится острых углов и наклонов. Вот, стоимость данных моделей в районе 2600-2900 евро в зависимости от двигателя. Косилка очень надежная, по весу 43 килограмма. Если сравнивать там с другими аналогами, ну тут металла, так сказать, как в двух косилках других производителей. Все узлы очень сделаны удобно, эргономически. Ну и самое главное, немцы отличаются качеством и надежностью. Я считаю, что такая модель в арсенале ландшафтника или у коммунальных служб, ну, просто обязана быть. Вот такой вот обзорчик.